Всем привет! Мы вчера коптили сало. Это у нас сало на ребрышках и брюшина. Вот это куски, это брюшина. Мы не стали сильно ее, в общем, коптить. Ну, вот такой вот красивый цвет. Вот. Вот, вот такие куски. Вот. Это ребрышки. Очень вкусные. И брюшина. Вытащу. И вот брюшина. Я один кусок брюшины разрезала. А вот. Ну, в общем, вот такой в разрезе получается. Вот. И я попробовала очень вкусный. Очень вкусное сало. Очень вкусное сало. Вот, ну мы его солили немножко по-другому. Я сейчас постараюсь объяснить. В общем, мы делали смесь где-то стакана на стакан соли, 2 ложки сахара. Добавляется приправа, любая, какую вы любите. И это все смешивается. Потом, значит, берется на 5 килограмм, в общем, мяса, сала. Ну, в общем, вот, на 5 килограмм, в общем, вы взвешиваете, на 5 килограмм берете стакан вот этой смеси и солите. В общем, солите это все сверху, ну, складываете в посуду в какую-нибудь, вот, у нас в кастрюле была. Вот. В общем, складываете эти кусочки, пересыпаете этой смесью и складываете куда-нибудь, ну, в кастрюльку или в тазик и накрываете. И неделю держите. Проходит неделя, вы, значит, достаете, или можно прям там, вы делаете рассол. Рассол должен быть соленым, как на суп, на плов, ну, в общем, как не пересоленый делать. В общем, как варите рассол, добавляете опять туда все приправы и этим рассолом соль. В общем, я объяснила, что должна быть как на суп, чтобы не было сильно соленое. Иначе у вас мясо в прослойках, вот это мясо, будет пересоленое. Никак нельзя, чтобы рассол был сильно соленый. Ну, в общем, чуть больше вкуса, как вот суп вы варите, чуть-чуть, прям вот, чуть-чуть, прям немножечко побольше. Вот. И, в общем, вот этим рассолом вы заливаете, ставите под гнет и держите в этом рассоле 3 недели. После этого, как прошло 3 недели, вы, значит, достаете эти куски, насаживаете на крючки и вешаете стекать. Вот вы повесили эти куски куда-нибудь там на палку, ну не знаю, там приспособление какое-нибудь. Вы вешаете, у вас стекает. И когда у вас, вот мы на ночь, мы вешали вечером. Вечером мы повесили, вот, и в общем у нас стекала ночь. И утром, ну не утром, где-то уже к обеду ближе, мы, в общем, стали его коптить. Ну, в общем, получилось очень вкусно. Вот такие вот кусочки. Хорошие, с косточками, с ребрышками. Можно делать вот в домашних условиях. Ну, вот у нас мясо свое домашнее. Я не знаю, как получится там с базарного, с магазинного. Вот, мы не делали, мы вот только делаем из своего мяса. В общем, вот такое вот вкусное сало у нас получилось. Всем пока-пока! Всем привет! Я, значит, снимаю наше это мясо с салом. Мы сейчас слили, значит, рассол. И вот у нас вот так вот солилось. Сначала сухой смеси, соль с сахаром. Вот, потом, значит, мы залили, неделю она стояла, потом мы залили рассолом. Вот сейчас рассол слили, нам нужно повесить, чтобы оно, вот эта мокрота вся стекала.
Вот мы повесили, значит, вот так. Это перец, да, или что вот это? Да, да. Это приправа, тут перец. Да. Вот. В общем, вот такие куски с ребрами. Вот, потом я расскажу, какие пропорции рассола. Вот, и вот, в общем, вот остекет, вот это все подсушится, и мы будем коптить. Вот.